整曬啲鐵馬嚟噶。Приветствую вас, друзья, меня зовут Дима, вы на канале Библейских пророчеств «Последнее время». Добро пожаловать всем! Мы открыты к диалогу, мы открыты к общению. Подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте лайки. Обязательно напишите свое мнение в комментариях об этом происшествии, об этой новости. Спасибо вам огромное! Сегодня хочу с вами поделиться совсем свежей новостью происходящего в Китае. Да, мы как слышим слово «Китай», сразу у нас возникают какие-то ассоциации, связанные с 2019 годом. Вирус в Китае, новая волна изоляции. Так звучит свежая новость. Если сегодня многие забыли уже, да, что такое изоляция, что такое карантин и что такое коронавирус, то в Китае, по-видимому, об этом и не забывали. Итак, друзья, читаю вам свежую новость. Тяжело поверить, но это действительно так. В Гуанчжоу, на юге Китая, десятки людей вышли на улицы района Хайчжу с протестом против политики властей страны по борьбе с коронавирусом. То есть коронавирус у них, я так понял, есть, еще продолжается, но они недовольны властью, которая накладывает на них ограничения, да, мы помним все эти карантины, эти все ограничения, так вот в Китае, я так понимаю, еще в некоторых районах и городах это по-прежнему происходит. Протестующие начали сносить баррикады, которые соорудили из-за новой волны ковид-изоляции, новая волна какая-то пошла там. СМИ сообщают, что правительство направило вооруженных правоохранителей для подавления массовых беспорядков. Мы все помним, да, это время, когда в Индии, да, там наказывали жестко, в Турции, по-моему, еще где-то, короче, жестко подавляли, вот, когда люди непослушно сидели там на базаре, что-то продавали, мы все видели это видео, да, которое было, ну, записано и выложено в соцсети. Что же происходит, друзья? Что происходит сегодня в некоторых городах и районах Китая? Люди действительно до сих пор там массово болеют? Или это некий социальный эксперимент правительства для подавления воли человека, как считают некоторые? Мы не знаем, мы изучаем этот вопрос, мы пытаемся понять, почему в Китае до сих пор это происходит? Неужели они не в состоянии побороть пандемию? Или там все очень серьезно настолько, что правительство прибегает к таким крайним мерам, что даже уже китайцы не выдерживают. Да? Если кто-то из Китая, друзья, подтвердите, пожалуйста, эту новость или опровергните ее. Напишите ваш комментарий, какова там сейчас ситуация, что вообще там происходит. Thank you.
Это ж до чего нужно было довести законопослушных китайцев, да, что даже они уже протестуют против нечеловеческих изоляций в связи с вот этой вот пандемией. А действительно ли дело в пандемии, задают вопрос некоторые аналитики. Или дело в некоем социальном эксперименте, в неком социальном контроле? Вот это интересный вопрос, правда? Друзья, когда начался коронавирус в Китае? Давайте вспоминать. В 2019 году, да, называется COVID-19, то есть 2019 год. В декабре все началось, да? В декабре 2019 года. Но у нас скоро декабрь, сейчас заканчивается ноябрь, декабрь. Сколько прошло времени с тех пор? 20, 21, 22. Получается 3 года, да? Ровно 3 года. 3 года с тех пор прошло. Так неужели за 3 года, даже с изобретенными там версиями вакцин, да, не решили вопрос с этим вирусом? Что происходит вообще? Как такое может быть? Мы видим, что в Европе, в Америке, в Украине, в России, в других странах уже нет такой вот этой вот масштабности, да? А в Китае, что получается, до сих пор продолжается, и мы еще многого наверняка не знаем. И, может быть, даже не подозреваем, что там происходит. Или это что-то новое возникает, что опять может затронуть весь мир. А потом последует вновь всемирная изоляция. Последуют вновь новые тесты, новые штаммы, да, вирусов. Новые укольчики, новые разрешения на проход в магазины. Мы уже все это проходили, правда? Мы просто забыли, особенно украинцы, потому что мы сейчас заняты другим. У нас сейчас уже никто ничего не требует, потому что у нас война. Друзья, как по мне, это просто мое субъективное мнение, но это может пахнуть некой глобальностью. Это может пахнуть неким контролем над человечеством. Мы, конечно, поживем, увидим, к чему все это нас приведет. И мы, конечно же, не отрицаем, что болезнь существует. Да, она существует, и я несколько раз переболел, я знаю, что это такое. Но как бы там ни было, под маской, под благовидной маской могут накладывать новые ограничения и новый контроль над человечеством. А пока следим за развитием событий последнего времени. Не прощаемся. С Богом.